Псковская область. Кузнецова, Белгород. Мария Зубюк, Горно-Алтайск. Анастасия Попова, Мурманск. Мария Засорина, Барнаул. Елена Рошаль, Ярославль. Виктория Баганова, Ставрополь. Лидия Семенова, Республика Саха, Якутия. Александра Маслакова, Ханты-Мансийск. Ксения Шуракова, Иваново. Кристина Одинцова, Саратов. Нина Ускова, Пермь. Диана Адитулина, город Уфа. Яна Васильева, Самара. Ксения Никитенко, Киров. Анастасия Вячеславова, Санкт-Петербург. Ксения Землянникова, Тюменская область. Оксана Стояновская, Сочи. Дарья Норкина, Тюмень. Анжелика Пометун, Симферополь. Александра Александрова, Тверь. Елизавета Матвеева, Таганрог. Татьяна Скачко, Новороссийск. Александра Самойлова, город Большой Камень. Дарья Шмакова, Волхов. Кармен Сангаджи Кареева, Республика Калмыкия. Анастасия Лепихова, Старый Оскол. Валерия Журавлева, Волгодонск. Анна Котова, Кировск. Кристина Клименко, Керчь. Анастасия Найденова, Воронеж. Наталья Самилык, Северодвинск. Елена Бойко, Хабаровск. Дарья Петковская, Красноярский край. Евгения Дравина, Калининградская область. Владислава Евтушенко, Чита. Екатерина Феоктистова, Челябинск. Вероника Тюрина, Оренбург. Дарья Мартыненко, Ростов-на-Дону. Иветта Макарова, Калининград.
Шкуренкова, Севастополь. София Никичук, Екатеринбург. Виктория Рогова, Томск. Виолетта Игошина, Краснодар. Маргарита Паркина, Саратовская область. Алия Зинатулина, Казань. Евгения Пучинская, Республика Карелия. Виктория Романова, Республика Татарстан. Ольга Красикова, Москва. Евгения Сидорова, Новосибирск. Дамы и господа, поприветствуйте ведущих национального конкурса «Мисс Россия-2015» Викторию Лопыреву и Александра Белова. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие гости. Доброго времени суток всем тем, кто смотрит трансляцию конкурса «Мисс Россия», сидя у своих экранов дома. Я могу сказать, что... несмотря на то, что некоторые, возможно, и не имеют возможности присутствовать в этом зале, независимо от того, как далеко вы от монитора или от экрана, на котором смотрите нас сегодня, волна нежности, красоты и грации настигнет вас сегодня вечером. Поэтому побольше воздуха в легкие и просто цунами красоты накроет с головой, я обещаю. Но, к сожалению, даже эта нереально мощная стихия не в силах противостоять железным правилам конкурса «Мисс Россия». Увы, согласно регламенту, прямо сейчас мы попрощаемся с 30 участницами финала. Ведь голосование за конкурсанток началось задолго до этого вечера. На сайте missrussia.ru вы отдавали свои голоса наравне с членами жюри. 10 девушек, получивших в интернете наибольшее число зрительских голосов, присоединились к 10 конкурсанткам, отобранным жюри на предварительном этапе. И поэтому уже сейчас мы сможем объявить топ-20 финалисток конкурса «Мисс Россия-2015». Но прежде чем это произойдет, давайте представим вам тех, кто сегодня наравне с поклонниками конкурса ответственен за выбор новой «Мисс России». Это, конечно же, наше многоуважаемое жюри. И мы, конечно, просим вас встречать каждого из них бурными аплодисментами. Итак, генеральный директор издательского дома «Аксель Шпрингер Раша» Регина фон Флеминг. Образец стиля и вкуса, человек, формирующий моду, дизайнер Игорь Чепурин. Мисс Россия 2001, Мисс Вселенная 2002, телеведущая, певица, основатель марки «Офера» и благотворительного фонда «Спешите делать добро» Оксана Федорова. Я видел, что Оксана даже немного была удивлена такому количеству титулов и перечислению их. А мы продолжаем. Мисс России 2006. Певица, актриса Татьяна Котова. Красавица. Мисс Тюмень 2005. Мисс России 2007. Мисс Мира 2008. Ксения Сухинова. Ну и с другой стороны, обрамляя это потрясающее, красивое женское жюри, по крайней мере, с численным перевесом сегодня действительно судить будут женщины, сидит заслуженный артист России Александр Олешко. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, нет смысла томить зрителей ожиданием, и уж, наверное, тем более не стоит заставлять девушек еще более волноваться в таком же ожидании, ведь они тоже не знают, кто же будет те 20 финалисток
фамилии которых мы сейчас назовем. Ты знаешь, девушки действительно очень волнуются, и из года в год я это повторяю, потому что я, как никто, знакома с этим волнением. Когда ты стоишь и не знаешь, как изменится твоя жизнь буквально через несколько минут. Поэтому давайте сейчас направим свою позитивную энергию, все свои лучи добра, для того, чтобы каждая из ваших фавориток все-таки вошла в двадцатку. И я попрошу вынести на эту сцену конверт, где, собственно, и сокрыты эти имена. Я думаю, в любом случае, все 50 девушек, которые присутствуют на финале национального конкурса, уже победили. Но, тем не менее, мы начинаем. Саш, давай ты. Потому что перед выходом на сцену девчонки подходили ко мне и говорили: «Дай нам свою энергию, мы волнуемся». Вика, и я практически все отдала. Вика, они ко мне подходили, те, кто не смогли дойти до тебя, и просили меня поделиться твоей энергией, потому что я все-таки... Моей все-таки, да? Конечно, но только твоей. Все, все хорошо, читаем фамилии. Итак, Дарья Шмакова. София Никитчук. Мария Зубюк. Анастасия Найденова. Лидия Семенова. Дарья Норкина. Керменсон Гаджи Горяева. Елена Рошаль. Александра Маслакова. Мария Тугускина. Дарья Мартыненко. Владислава Евтушенко. Кристина Одинцова. Елена Бойко. Екатерина Феоктистова. Валерия Журавлева. Иветта Макарова. Ольга Красикова. Осталось только две фамилии. Ксения Землянникова. Друзья, итак, сейчас фамилия последней девушки, которая вошла в двадцатку. И ею становится Елизавета Матвеева. Ну что же. Как, напряжение в зале, да, чувствуете? Даже я, стоя на этой сцене, ощущаю. Двадцатка. Двадцатка финалисток определилась, но... Но голосование продолжается. Правильно. Я обращаюсь к зрителям в этом зале и тем, кто следит за конкурсом дома. Друзья, не забывайте, что именно вы решаете, кто из девушек окажется в итоговой десятке. Отправляйте смс на короткий номер 1920, указывая в сообщении номер понравившейся участницы. Ну а давайте мы все, кто присутствует в зале сейчас, аплодисментами поддержим тех, кто, к сожалению, не попал в топ-20. Мы говорим вам спасибо. Спасибо за красоту, за внутреннюю силу, достойную настоящих принцесс. Девушки, вы поистине прекрасны. Спасибо вам большое. Среди ушедших была одна из моих фавориток, но в двадцатке тоже есть наши фаворитки. Конечно же, как и все присутствующие в зале, мы с Викой тоже предварительно, разглядывая каталоги, выбирали свой собственный, скажем так, приоритетный выбор. И нам, конечно, интересно, кто же из оставшихся победит, безусловно. Саш, ну раскрой секрет, ты на блондинку или на брюнетку ставишь?
Я ставлю всегда на Викторию Лопырёву, но сегодня за тебя и голосовать нельзя. И это правильный ответ. Мы продолжаем вести конкурс. Итак, на самом деле, уверен, что вы заметили, сегодняшний конкурс посвящен четырем элементам, составляющим основу мироздания. Конечно, это вода, огонь, земля и воздух. Александр, а с каким ты элементом ассоциируешь женщин? Если честно, то сразу со всеми. Но в женщинах есть огненная страсть, есть легкость ветра, есть сила земли, ну и, конечно, способность утолять жажду любви. Но вот что мне интересно, Вик, с каким элементом ты оцениваешь, ну, сравниваешь мужчин? Ты знаешь, главное сейчас в 101 раз не пошутить о том, что теперь мой элемент — это земля и зеленый газон. Вот. Но, тем не менее, знаешь, мне все-таки ближе огонь. То есть тебе нравятся страстные мужчины? Я просто сама страстная девушка. Я понял. Уверен, что Федор из таких. Но давай продолжим. Сейчас не время долго разговаривать, потому что нашим финалисткам нужно готовиться к следующему туру. И давайте тоже проводим их за кулисы аплодисментом. Девушки, спасибо огромное. Удачи. Мы ждем вас в следующем туре. Количество красоты на этой сцене, конечно, зашкаливает. И, знаешь, ушли конкурсантки, а ничего не изменилось. Вик, ты прекрасна. И, правда, очень приятно стоять здесь. Спасибо. С тобой. Это очень взаимно, Саш. Но и нам тоже придется уйти со сцены, потому что мы приглашаем сюда группу «Винтаж». Встречайте, группа «Винтаж». По стеклу и детскими шагами, по стеклу следует за нами босиком слепая злая осень. За стеклом жизни нету вовсе, пополам надежды и печали на руках. Снег уже растаял, выбит двери самообладания. Давай со мною дыши, озоном дыши, ветром оставь вопросы без ответов. В одной из сотен сторон света ты просто воздух, тебя нету. Дыши озоном, дыши небом, дыши озоном, дыши небом. В одной из сотен сторон света ты просто воздух, тебя нету. Против шерсти я с тобой, твой преданный свидетель. Ты меня так и не заметил в расписании, верил только датам верности, только адвокатам силу легких рассчитал заранее. Давай со мною дыши, озоном дыши. Господа, как дела? Как настроение? Как проходит суббота? Сегодня суббота? Отлично! Зажигаем все! Потому что сегодня все такие красивые, невероятно просто девушки. Добрый вечер!
вместе с нами два прекрасных, красивых супермена. Are you ready? Everybody, come on! Твои желания, мой силуэт и профиль. С утра бокал вина, а ночью крепкий кофе. Штрих-код на коже. Попадешься в моей сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа, Анечка Плетнева. Когда рядом ты. Посвящалась тем красивым мужчинам в этом зале. Come on! Писали, сейчас я посмотрю. Номер 1, номер 6, 13. Так, никаких фамилий. Что такое? В чем дело? Очень хочется посмотреть. Ага. Кого вы игнорируете? Прошу вас. Возьмите себя в руки. Винтаж! Спасибо! Ну что, Москва, моя любимая, как настроение? Не слышу. А может быть, нам вот так взять и потанцевать немного? А?
В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый глуп, каждый смел, опоздал, не успел. Знаешь, 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 ты не первый такой, кто хочет все и сразу только унести бы с собой. Ты видишь только то, что хочешь видеть, а за спиной все говорят, а ты не слышишь, слышишь. Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет. Между нами я не знаю тех, кто бы не зажегся. В этом городе я только на час, остальное не зависит от нас. Повезет или нет, и обратный билет. В этом городе вопрос на вопрос. Если веришь, значит ты не дорос. Если знаешь ответ, значит ты на волне. Знаешь, 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 ты не первый такой, кто хочет все и сразу только унести бы с собой. Ты видишь только то, что хочешь видеть, а за спиной все говорят, а ты не слышишь, слышишь. Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет. Между нами я не знаю тех, кто бы не зажегся. А на сцене сейчас во всех смыслах повысится градус соревнования. Ведь впереди нас ожидает выход в купальниках. И он представляет соединение двух абсолютно противоположных стихий – воды и огня. Уже чувствуете, как будет горячо? Однозначно ответственный за повышение градуса здесь на сцене возложено на группу «Градусы». Встречайте! И запутались, зачем мы еще раз нашлись? Кусали, губы путались, согрелись, только не спаслись. Срезали расстояние, одно на двоих желание. Теперь уходим, уходим.
самому пока не видится. То замерзли, то опять вода. И не встреч без повода, заметая снегом без конца. Самому пока не видится. То замерзли, то опять вода. И не встреч без повода. А может, все получится, и время ей соскучится по гладкой коже матовой, хоть рукава закатывай. Струной краска черная, твои глаза рисую я. И может, надо тебя мне не отпускать. 2 года уже умножил на 5. Как вода с крыш падает, но дальше волны довели. И крепкие десятками на легкие осадками. Заметает снегом без конца, самому пока не верится. То замерзли, то опять вода. И не встреч без повода. Заметает снегом без конца, самому пока не верится. То замерзли, то опять вода. И не встреч без повода. Спасибо. Еще одна. Крайняя. Совсем куда идти, до вокзала короткий путь, вам куда билет, да куда-нибудь. Вещи собрала, пока он спит, может и не спит, но молчи, он уже устал тебя возвращать. 5-й раз, наверное, слишком что сказать. И все в порядке, и нравится друзьям, и мама без ума, да и нормальный сам. Завидуют подруги, повезло, а тебя тянет куда-то, как назло. Дома.
не права, но приятно кружится голова. И не важно, тепло и уют, и кто-то новый спросит, как зовут. Может, на кого-то сильно ты обиделась, или слишком мало в этой жизни виделась. Иногда остановиться хочешь, но тебя тянет куда-то все равно. И туда, где не жду и не зову, пустые перроны, а ноги несу. Но все же как-то легко и невесомо. Может, просто привычка сбегать из дома. Йо-йо, смотри, смотри, да не туда, вот туда. По залитой светом улице идет весна. Да не одна, сразу три, три месяца весны. Одна блондинка, брюнетка, другая рыжая, смотри. Под парком бродит олень бульваром. Тусует своя молодежь, все больше по парам. Деловой город включает фонари. А ты беги, беги назад и смотри. И туда, где не жду и не зову, пустые перроны, а ноги несу. Но все же как-то легко и невесомо. Может, просто привычка сбегать из дома. И туда, где не жду и не зову, пустые перроны, а ноги несу. Но все же как-то легко и невесомо. Может, просто привычка сбегать из дома. Сбегать из дома. Сбегать из дома. Спасибо. Абсолютно заслуженные аплодисменты группе «Градусы». Я думаю, все заметили, что у нас здесь сегодня исключительно живой звук. И это приятно. Спасибо огромное ребятам. Они, без всякого сомнения, подняли градус нашего соревнования. Девушки в купальниках, вот это слияние огня и воды. Мне кажется, пар шел не только со сцены, но уже и от каждого мужчины, присутствующего в этом зале, включая меня. Итак, друзья, о чем мы? О чем мы? На самом деле мы просто, знаете как, тянем интригу. Но ведь у нас в руках есть 10 фамилий финалисток, лучших из лучших. И вы узнаете их прямо сейчас. Елизавета Матвеева. Ольга Красикова. Екатерина Феоктистова. Норкина. Владислава Евтушенко. Елена Рошаль. Мария Тугускина. Елена Бойко. София Никичук. Думали, становится 10-й финалисткой национального конкурса «Мисс Россия» 2015. И ей становится Анастасия Найденова. И давай сделаем пару шагов вправо, просто чтобы открыть всех девушек, которые стоят за нашей спиной. Ну вот они перед вами, десятка финалисток. И вполне заслуженные аплодисменты зала всем. Мне кажется, бурные аплодисменты, друзья. Это самый горячий выход. Ну что же, напряжение нарастает с каждой секундой. Из 50 конкурсанток, друзья, именно вы выбрали десятку. 10 самых красивых девушек нашей страны. Давайте поблагодарим участниц, не прошедших этот тур. Девушки, спасибо вам. Но на самом деле, громкие аплодисменты, ваша поддержка – это, правда, лучший и самый правильный комплимент для красавиц, навсегда вписавших свои имена в список самых красивых девушек нашей страны. Знаешь, на самом деле...
самом деле, я перед началом девчонкам говорила и повторюсь, что возможность стоять на этой сцене — это уже победа для каждой из них. Поэтому, ну ничего, что корона только одна, но на самом деле королевы все вы. Итак, судьбу финалисток «Папашек в топ-10» решит наше многоуважаемое профессиональное жюри. Я уж надеюсь, вы постараетесь. И не забывайте, что даже на этом этапе голос наших зрителей и телезрителей тоже может стать решающим. Нужно отправить смс с цифрой понравившейся участницы на короткий номер 1920. Портера балкона тоже касается. Не жалейте сил, нажимайте на кнопки, отправляйте смс. И я напомню, что победительница зрительского голосования получит дополнительный балл, который по своей значимости будет равен одному голосу члена жюри. Это серьезно. Ну что, друзья, я, конечно, представляю, как девушки сейчас волнуются. А вы волнуетесь? Вот для вас. Вы пришли, у вас красивое шоу. Девчонки репетировали день и ночь. Вот вы за них волнуетесь? Переживаете? Родственников много в зале? А то есть каждая приехала со своей группой поддержки. Это, кстати, очень важно, потому что, когда в зале есть поддержка, сразу чувствуешь себя как... уверенно. Согласен. Но, мне кажется, сейчас уже столько энергии было, что ты заметил, мы с тобой стояли и пританцовывали уже немного, потому что действительно хочется движения. И знаешь, я сейчас всем помогу, всем, кому тоже уже невозможно усидеть на месте, может быть, от волнения, может быть, от восторга, неважно. Я объявляю начало дискотеки! Саш, для дискотеки еще рано, ты не торопи. Я понимаю, что выход в купальниках, много девушек. Еще не время для дискотеки? Ну, знаешь, может быть, не время для дискотеки, а для дискотеки аварии самое то. Итак, а вот это другое дело, я с тобой согласна. Встречайте вашими аплодисментами, дискотека аварии. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер! Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра перестача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма ему отправила, зачем так не кстати о себе напомнила. Все неправильно, все не вовремя. Все, что знала, умела, осталось в детстве. Как теперь причесаться, как теперь одеться или раздеться? Нет, раздеться вот так вот сразу. Вдруг потом не поймет отказа. А если без отказа, все и сразу. Пусть что будет на волне экстаза. Какого экстаза? Влипнешь, глупая, что скажешь матери? Проехали, хватит. А друзья, вон их сколько зовет дружбаней. Всех за ночи, всех забанить. Всех в игнор, всех на жесткий лимитин. Друзья реальные, друзья, простите. Кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра горе или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так бьется твоя душа? Снова стрелы отравленные мысли, твои неотравленные письма. Тяжело дышать, почему так рвется твоя душа? Отравленные мысли, отравленные письма. Дом Волков, проспект, внизу Макдональдс. До него реальная невесомость. Секунды три, и ты уже внутри. Что еще? Автобус, поезд. Давить на совесть, давить на жалость. Что осталось? Все смешалось. Сперва сложилось, потом сломалось. Такая малость, с ним встретить старость. Это ночной полет, это прекрасный вид. Может быть, заслужить его любви. Ты видишь автопилота в ручной режим. Вот если критерию, то поможи. Пальцы складывают буквы. Ты просто кумба, ты только кумба. Кто не слышите утром, самый первый, самый ранний. Береги своих желаний. Кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра будешь опять одна. Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Снова стрелы
Открытым небом все! Будем качать, ну! Все-все! Когда случается, что-то пошло не так, мы задаемся вопросом, кто виноват. И думаем, что кто-то там мешает сбыться нашим мечтам. Каждый может все изменить, себя исполнить любой каприз. Это качели вверх-вниз, раскачивай жизнь. Раскачивай мир. Мир у тебя внутри, он твоей любви. Все, о чем только можно мечтать, заново забери. Весь мир у тебя внутри, я тебе подарю. Может, уже сегодня, сейчас встретишь любовь. Всем чудесам, и вокруг все идет по твоим часам. Медленно и быстро, это качели вверх-вниз, вверх-вниз. Ты живешь ожиданием перемен, но надо будет что-то отдать взамен. Хочешь сделать, возьми и сделай. Узнай, где твои пределы. Каждый хочет быть другим, изменить весь этот мир. Красавицы! Я надеюсь узнать мое отчество. Новый мир, дивный мир, подарок.
Сейчас видеопрофайлы 10 счастливец освежат вашу память, ну, собственно, помогут с выбором, а мы не будем мешать. Ну, а мы действительно уходим с этой сцены, а вот видеопрофайлы появляются на экране. Привет, меня зовут Рошаль Елена, я из города Ярославль. Все девушки по-своему хороши, и в каждой есть своя изюминка. Но я должна выиграть конкурс «Мисс Россия», потому что девушка должна быть не только красивой, а также умной и талантливой. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Феоктистова, я приехала из города Челябинск. Я всегда ставлю перед собой цели и добиваюсь их, и иду всегда вперед. И независимо от различных жизненных ситуаций, я беру от жизни только самое лучшее и позитивное. Здравствуйте, меня зовут София Никитчук, и я представляю город Екатеринбург. Я целеустремленная, но не упрямая, уверена в себе, но объективная. Перфекционистка во всем, что касается учебы и знаний. Здравствуйте, меня зовут Норкина Дарья, и я представляю город Тюмень. Я занимаюсь созданием эксклюзивных аксессуаров и дизайном одежды. Именно в этом русле я бы хотела выработать свой почерк, особенный стиль, который будет отличать меня от других. Здравствуйте, меня зовут Тугускина Мария, и я представляю Амурскую область. Участие в конкурсе – это не развлечение, а колоссальный труд и работа над собой. Несмотря на хрупкую внешность, я обладаю внутренним стержнем, упорством и стойкостью. И эти качества обязательно помогут мне победить в конкурсе. Здравствуйте, меня зовут Красикова Ольга, я представляю город Москва. Прежде всего, я разносторонний и амбициозный человек. Люблю удивляться и радоваться чему-то новому. В своей жизни я успела позаниматься разными видами спорта. Также я проходила обучение в музыкальной школе. Это обучение игре на гитаре и вокал. Здравствуйте, меня зовут Бойко Елена, и я представляю столицу Дальнего Востока, город Хабаровск. Я желаю стать примером для молодых, активных, целеустремленных и перспективных людей, которые верят в свою мечту и смело идут к ней навстречу. Несмотря на свой юный возраст, я являюсь участницей конкурса красоты «Мисс Россия 2015». Меня зовут Матвеева Елизавета, и я представляю город Таганрог. Именно я должна стать «Мисс Россия 2015», потому что моя внешность подходит для этого. Я очень добрая, отзывчивая и милая. Здравствуйте, меня зовут Владислава Евтушенко, и я представляю Забайкальский край, город Чита. Потому что я, как и Россия, готова сделать шаг вперед, к успеху. Я готова трудиться для этого. Я хочу, чтобы при слове «Забайкалье» люди могли сказать: «А, это оттуда приехала самая красивая девушка страны, и я сделаю все для этого, чтобы добиться своей цели, иначе зачем я здесь?» Здравствуйте, меня зовут Найденова Анастасия, и я представляю город Воронеж. «Мисс Россия» – это уникальная возможность приумножить свои таланты, развить и обогатить внутренний мир. Победа в этом конкурсе поможет мне реализовать себя и стать лучше. Приближался как герой.
вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогой жюри. Очень приятно быть здесь среди невероятной красоты, красоты девушек. Красота, мне кажется, это очень субъективно, поэтому я очень переживаю за девушек и желаю им огромной удачи. Ну и, конечно же, смелости жюри выбирать, кто из них красивее. Я их видела за кулисами, разбежались глаза, не знаю. Так что всем удачи, всем прекрасного вечера, а мы продолжаем. Запрячу в темные очки и пойду туда, куда не надо, лишь бы не вернуться на свои круги. Но мне легко необычайно, невозможно подобрать слова. Я танцую, когда мне печально, посмотри, как я умею танцевать. Я на грани, ну а ты нормальный. Тебе со мной на грани не бывать. Но прошлое не повторится, только не сбивай меня с пути. Спасибо огромное! Ну и напоследок я спою. Как уходишь призраком молчания, прощаясь.
всем желаю хорошего вечера, хорошего продолжения вечера. Ну и, конечно же, удачи этим невероятным красоткам. До скорых встреч, спасибо огромное! Невероятно! Полина, спасибо огромное! Давай объявим начало интеллектуального конкурса и увидим, кто из девушек не только прекрасная, но еще и премудрая. Пойдем? Давай пригласим к нам поближе Елизавету Матвееву. Итак, наша первая конкурсантка, которая выходит для интеллектуального конкурса. Ну, собственно говоря... Александр, начинай. Хорошо. Вик, ну такой, наверное, вопрос важный для всех женщин. Скажите, что для вас счастье и как его сохранить? Добрый вечер. Вы знаете, для меня счастье – это моя семья. Также это любовь. Я чувствую себя счастливой, когда развиваюсь и познаю себя. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо, это было хорошо. Спасибо и вам. Благодарю. Это был город Таганрог. А мы продолжаем и вызываем на центр Ольгу Красикову. Добрый вечер, Оль. Добрый вечер. Как ваше настроение? Отлично. Это и был интеллектуальный вопрос. Конечно. У меня сложное задание. Вопрос состоит из трех. Итак, основной вопрос. Оль, вот если бы вам сказали, что нужно прорекламировать свою любимую страну, Россию, из каких пяти слов состоял бы слоган? Вы знаете, находясь на данном конкурсе красоты, конечно, я хочу отметить только одно. В нашей девушке, извините, в нашей стране только самые красивые девушки. Блестяще, браво! Не нужно лишних слов. Ни пяти, да. В нашей стране только самый блестящий дежурный. А, кстати, совпало. Спасибо огромное. Спасибо. Город Москва. Мы продолжаем. Так, и мы продолжаем и приглашаем к нам на авансцену Екатерину Феоктисову. Итак, как вы считаете, что теряет человек, становясь взрослым? Но вот какое утраченное детское качество вы, честно, хотели бы вернуть? Добрый вечер, дамы и господа. Сейчас. Очень интересный вопрос. Ну, вы что-то потеряли с детства? Или, может быть, в детстве? Наверное, человек теряет детскую наивность, доверчивость. Вот. Ну, мне кажется, у вас все в порядке, кстати. Спасибо, спасибо. Все, не переживайте, все хорошо. Спасибо большое. Вы прекрасны. А мы приглашаем Дарью Норкину. Даша, девушка из города Тюмень. Ну что, если бы вам предложили улучшить мир, избавив его от одной единственной вещи, что бы это было?
Здравствуйте, дамы и господа. Очень интересный вопрос. Я старалась. Знаете, я считаю, чтобы сделать мир лучше, нужно начинать с самого себя. Делать себя лучше. А о том, как сделать мир лучше глобальнее, я думаю, написано уже очень много книг. От кого будем избавляться, Даша? Если начинать с себя, я боюсь представить, Даша. Давайте будем избавляться от зла, от войны, от оружия. Браво. Ну что ж, прекрасный ответ. Прекрасный ответ. Спасибо. Спасибо за ответ. А мы продолжаем и приглашаем к нам Владиславу Евтушенко. Мне кажется, наверное, правильнее было бы этот вопрос задавать крайне популярной в соцсетях Виктории Лопыревой, но скажу его я. Вот как вам лично кажется, социальные сети, интернет, они объединяют людей или наоборот отдаляют их друг от друга? Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, уважаемое жюри. По моему мнению, социальные сети отделяют людей друг от друга. Нет ничего приятнее, чем взаимодействовать глазами, видеть друг друга, касаться друг друга и быть всегда вместе и рядом. Спасибо. Какой Браво. У вас аккаунт в Инстаграм? Я подпишусь. Спасибо. Спасибо огромное. У меня заняты руки, но я действительно сейчас бы аплодировала. Она прекрасна, Владислава прекрасна. Продолжаем. Итак, мы приглашаем Елену Рошаль. Лена. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в каких профессиях мужчина всегда превосходит женщину? Добрый вечер, уважаемые члены жюри. Добрый вечер, зал. Я считаю, мужчина может превзойти девушку в любой работе. Но только потому, что он не сможет родить ребенка. А оказывается, вот в чем дело. Ну и да, это вполне законченный Здорово. Ответ, мне кажется. Да, спасибо. Да. И вроде мужчина превосходит, но тем не менее понятно почему. Спасибо огромное, спасибо. Да. Давайте проводим аплодисменты. И снова мы приглашаем очередную красавицу к микрофону. На этот раз... Мария Тугускина. Мария такая прям греческая богиня. И вот я, кстати, подумал, а если бы вам вдруг предложили выбрать любую эпоху, какой именно вы отдали бы предпочтение? Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, жюри. Знаете, мне всегда нравилась эпоха Древней Руси. Мне нравится время князя Владимира, время крещения Руси. И... я всегда чувствую, что, быть может, в прошлой жизни я имела отношение к этой именно эпохе. Наличие большого количества кривичей вас не смущает там? Знаете, нет. Ну и хорошо. Прекрасная, прекрасная. Спасибо огромное. А вот она, друзья, какая краса Мурманской области-то, да? Молодец. О. У нас осталось несколько конкурсантов, всего три. И Елена Бойко мы приглашаем к нам. Леночка, скажите, пожалуйста, вот ваше субъективное мнение. Стоит ли женщинам заниматься политикой или это совсем не наше дело? Добрый вечер. Я считаю, что человек должен заниматься той деятельностью, которая приносит ему максимум позитива, максимум позитивных эмоций. И совершенно не важно, женщина вы или мужчина. Могу привести пример статной женщины, профессионала в своем деле. Зовут ее Маргарет Тэтчер. Это вице-президент Великобритании. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, наверное, тот факт, что она была премьер-министром, это не суть важно. Спасибо огромное, спасибо. Это было здорово. Я единственное подумал, Вик, почему ты задала этот вопрос? Это что-то личное? И мы приглашаем на эту сцену Софию Никитчук, девушку, которая представляет город Екатеринбург.
Ну что ж, София, прекрасно. Назовите три места в России, которые вы бы обязательно посоветовали посетить любому туристу. И почему? Добрый вечер, дамы и господа. Три места. Мне кажется, что наша страна очень богата красивыми местами, красивыми городами. Первым местом, которое я бы посоветовала посетить туристу, который ни разу не был в нашей стране, это, безусловно, город Екатеринбург, который я представляю на этом конкурсе. У нас в городе проходит граница Европы и Азии, и на этом месте стоит замечательный памятник. Мне кажется, это будет первое достойное место. Второе. Я про себя подумал, что если Екатерина встретит человека, приехавшего в Екатеринбург, его уже не будет интересовать второе и третье место, он просто останется там. Но все-таки интересно. Но на самом деле есть второе замечательное место. Я считаю, что все со мной согласятся. Это Красная площадь в нашей столице, в городе Москве. И не так давно для себя я открыла замечательное место. Это берег реки Волги. Именно там у нас проходило обучение в течение месяца. Мы там с девочками готовились к конкурсу «Мисс Россия 2015». Мне кажется, эти три места будут самыми достойными, чтобы каждый человек, не видев нашу страну, смог посетить. Спасибо. Спасибо огромное вам. Это был очень достойный ответ. Спасибо. И последняя девушка, участница этого конкурса, Анастасия Найденова. Настя, скажите, пожалуйста, кто из женщин является для вас примером для подражания? Для меня примером для подражания всегда являлась, является и будет являться моя мама. Для меня она совершенство. Это человек, которого это человек, который подарил мне жизнь, и я за это ей очень благодарна. Прекрасный ответ. Если бы я была на вашем месте, я бы точно ответила так же. Зная твои отношения с мамой, это так и есть. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Ну что ж, это было хорошо. Мы хотим поблагодарить всех финалисток. Давайте поаплодируем им. Действительно, мне кажется, они здорово справились с заданием. Я не думаю, что какие-то ответы пополнят интернет-коллекцию забавных, да, несуразных ляпов. В общем, все действительно справились достойно. Я уверена, что нашему жюри очень непросто будет принять решение, потому что все-таки из таких красавиц и умниц выбрать одну – это нелегкое, но очень ответственное задание. Не будем задерживать финалисток на сцене, им пора готовиться к самому волнительному моменту. Давайте, друзья, проводим девушек аплодисментами. Спасибо. Не жалейте сил. Но, кстати, не менее волнительные минуты ожидают и членов нашего жюри. Сейчас вам предстоит сделать этот выбор. Перед тем, как проводить жюри на финальное совещание, я добавлю немного интриги. На протяжении всего конкурса мы многократно говорили вам о том, что проводим СМС-голосование. Предупреждали, что финалистка, победившая в СМС-голосовании, получит дополнительный балл, и, возможно, именно он приблизит ее к долгожданной короне. А голоса-то подсчитаны? Да, имя этой девушки уже известно. Бонусный балл от зрителей, равный голосу члена жюри, получает... Норкина Дарья, Тюмень! Возможно, он станет для Дарьи дополнительным шансом. Мы будем надеяться, желаем ей удачи. Как бы ни закончился сегодняшний конкурс для наших конкурсанток, я уверен, что и для них, и для всех, кто присутствует в этом зале, и кто смотрит нашу трансляцию, главное все равно всегда... В любом случае, улыбаться. Именно на этом настаивает в своей нереально популярной песне группа «Айова». Встречайте. С вами индейское племя Айова. Вы готовы вызвать бурю? Тебе посылаю.
Рассказать о том, как жили-были мы на краю. С нами был теплый июнь.
от пятерки сломана руль. С тобой играли в жизнь, с тобой играли в жизнь. Мы все и соображаем жизнь. С тобой играли в жизнь. Oh, yeah. Эта песня простая, чтобы каждый раз знал. Два двора, чтобы играли пацаны на гитаре. Эта песня простая, чтобы каждый раз знал. Два двора, чтобы играли пацаны на гитаре. Даже если ты не на первом месте, возможно, тебе повезет, как невесте. И если что-то не задалось, не сдавайся! Улыбайся, Москва! Улыбайся! Счастье свое отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. Ау-ау, у-а-ха, е-е, ау-ау, у-а-ха, е-е. В открытый космос лечу, кометы огибая. Тебя мечтать научу, теперь одна мы стая. Улыбайся, 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 улыбайся
Это не шутки. Песня посвящается тем, кто катается на маршрутке. Но, потому что чудеса и в таких местах случаются. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Я не искала будто минуты, чтобы побыть, как раньше, вдвоем. Перебила гору нашей посуды, на свадьбу дарили ее. На первом свидании говорила о балете, в газели, как устроен мотор. Сказал, что слов не бросает на сердце мое. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем мы молчим, он говорит: доброе утро. А я не слышу, будто жал мне руку сильно. А дальше как бывает в лучших фильмах. В лучших фильмах. Теплее с годами сжимается сердце мое. И про меня он говорил своей маме, я все отдам за нее. Поговорил с остывающим кофе, мол, что он еще не пришел. Его задержали опять на работе, все будет у нас хорошо. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем мы молчим, он говорит: доброе утро. Я не слышу, будто ушал мне руку сильно. А дальше как бывает в лучших фильмах. Айова. Мне кажется, вот здесь именно Барвиха Лакшери Виллидж особенно классно звучит фраза «Это не шутки, мы приехали сюда на маршрутке». Так и было? Да, действительно. Ну что ж, дорогие друзья, мы практически вот уже буквально в нескольких, я не знаю, минутах от финала. Все решится на ваших глазах здесь сейчас очень скоро. В течение всего вечера мы ассоциировали наших конкурсантов с четырьмя главными элементами мироздания. Все правильно. Вода, огонь, воздух, земля. Вот все это окружает нас с рождения. Но без пятого элемента жизнь не была бы настолько прекрасной и совершенной. И как вы все прекрасно догадываетесь, что пятый элемент – это женщина и энергия ее красоты. Ох, Саша, чем ближе к финалу, тем чувствую выше напряжение. Главное, чтобы наши трансформаторы с ним справились. А вам, уважаемые зрители в зале, остается только добавить мощности своими мощными аплодисментами. Встречайте наших конкурсантов. Thank you.
Ну что ж, вот они перед вами. И музыка уже не заглушает ваши аплодисменты. Значит, они должны быть громче. Красавица. И вот сейчас мы начинаем награждать. Мы просим вынести конверт с именем второй вице-мисс России. Так, и вторая вице-мисс России становится Анастасия Найденова. Ваши аплодисменты только нарастают, дорогие друзья. Это действительно одна из трех самых красивых девушек России по результатам. Настя, поздравляем. А я бы хотела попросить конверт с именем первой вице-мисс. Даже я волнуюсь. Друзья, я еще раз повторяю, никто, кроме членов нашего жюри, не знает, какие фамилии написаны здесь. Итак, барабанная дробь. Первая вице-мисс России 2015 становится Владислава Евтушенко. Практически абсолютное совпадение народного выбора и выбора нашего жюри. Саш, ну я, кажется, знаю, кто выиграет. Друзья, хочется. Вот честно говоря, я не представляю, что творится внутри у наших... Какие эмоции их переполняют, да? Что они чувствуют? Но меня тоже переполняют эмоции. Я вижу твое волнение, вижу. Ну что же, для объявления имени победительницы мы приглашаем на сцену Мисс России 2014 Юлию Алипову. Добрый вечер, дорогие друзья. На меня сегодня возложена, пожалуй, самая ответственная и самая торжественная миссия. Мне предстоит объявить самую красивую девушку нашей страны в этом году. Итак, мы ждем конверт с именем победительницы. Итак, мисс России 2015 года становится София Никичук. Спасибо. София Никичук. Мисс России 2015 года. София Никичук, город Екатеринбург. И сейчас вот он, самый волнительный момент. Юлия Алипова передает свою корону новой победительнице этого конкурса. Итак, подарки от наших партнеров, от наших спонсоров. Аплодисменты всего зала, аплодисменты всех, кто смотрит эту трансляцию, всех, кто болел, кто переживал за нее. Она королева, она здесь, она перед вами, и она заслужила эту победу.
что, победительница определена. Я хочу попросить сейчас первую, вторую вице-мисс, девочки, подойдите к победительнице. Вот она, тройка самых красивых девушек нашей страны 2015 года. И давайте еще раз им все вместе сделайте немножко шагов вперед. Да, пройдите вперед, конечно. Пусть все видят вас, пусть все руку плескают вам. Вспышки фотографов. Телефоны. Все здесь. Это ваша победа, девочки. Наслаждайтесь ей. Вы этого достойны. Ну что, победительница определена. Корона отдана одной единственной. Но мы знаем, что красивых девушек в нашей стране очень много. И увидим, кто станет самой-самой ровно через год. А сейчас давайте чествовать новую королеву. Аплодисментов для них, правда. Это момент их триумфа. И, конечно, им очень хочется сейчас слышать вашу поддержку и ваше восхищение.